Всем привет! И сегодня мы прогуляемся по вечернему Курчатову. Все, что есть, расскажу и покажу. Вот такие две растущие здесь елки у нас появились. Ну и, конечно, символ наступающего года. Вот он. Вот такие огромные цифры. Напоминает нам, что еще один год завершает свой бег. Ну, я. А вот теперь точно. Карета для Зоблушки. И запряжена она уже тройкой недых лошадей. Ой, как иногда хочется окунуться в сказку, посидеть и понаслаждаться. Ну а почему бы и нет? Чем не Золушка? Очень даже Золушка. Ну а принц меня ждет, поверьте, ждет. Это наш дворец культуры. А сейчас мы подойдем вон той замечательной инсталляции на фоне нашей музыкальной школы, которая тоже преобразилась в этом году. На ней появились вот такие нотки. И наше музыкальное трио в свете. Снеговик забавный. О чем-то нам хочет сыграть. По-моему, этот музыкальный инструмент виолончель называется.